как подзаряжаться, как не болеть, как заботиться о своем здоровье. Тем более, что так или иначе это пересекается с моей основной деятельностью, выпуском медикаментов. Поэтому, что тут очень важно, никогда не рассматривать вакцинацию как профилактику болезни как таковой. Достаточно много новой информации, имею много новых знакомств, очень интересных. Общение достаточно полезное получается. В общем, бизнес-клуб «Статус» – это хорошо, приходите к нам.